Егорские гиревики завоевали 6 медалей на домашнем чемпионате страны. Накануне в Ханты-Мансийске завершились главные российские соревнования по гиревому спорту. За 3 дня на помост вышли более 300 гиревиков из 42 регионов страны. Югра, как хозяйка чемпионата, заявила 22 спортсмена. Алексей Рябков из Ханты-Мансийского района дважды поднялся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 68 килограммов. Также золото завоевал Иван Беляев. У девушек блеснула сургутянка Анастасия Кашурникова. На счету югорчанки 3 медали – серебро в длинном цикле и женской эстафете, а также бронзовая медаль в парном жонглировании. Стоит отметить, что сборная Югры заняла 2-е место в общекомандном зачете.